Как известно, в ночь с четверга на пятницу было обрушение дома по адресу, это Польский спуск 9. Все жители дома, которые там зарегистрированы, это 14 жителей, это тимчасово переселены. До того, как мы это получим, результаты экспертизы, и будем это понимать, алгоритм наших дальнейших действий. Результаты экспертизы должны быть со дня на день. Что касается это последствий этого пожара, который был в этом же доме в 2018 году, мы сейчас это поднимаем, все материалы, мы изучаем все то, что было выполнено, либо не было выполнено, и об этом сообщим позже.